Сегодня нашими федерациями проводится чемпионат области по панкратиону, чемпионат области по грэпплингу. Это первые старты после долгой паузы, после карантина. Наконец-то удалось нам получить разрешение от областных и городских властей провести этот чемпионат области на открытом воздухе в парке Горького в такой знаменательный день для Харькова, в день Харькова, 23 августа. Радует количество участников. Честно говоря, мы думали, что упадет количество участников в связи с тем, что на карантине тренировки не проводились. Но к нашей радости очень хорошее посещение турнира. И много детей, много юниоров, достаточно много взрослых. А сегодня на наших стартах присутствовали город Змеев, город Лозовая, город Сумы и также город Тростянец Сумской области. Ну, естественно, и харьковские спортсмены с разных клубов. Мы называемся бойцовский клуб «Спартак», город Змеев, Харьковская область. Работаем мы уже 9 лет. Принимаем сегодня участие в чемпионате Харьковской области по панкратиону и грэпплингу. Наши бойцы выступают и по миксфайту в разделе фулл, и также по грэпплингу. За последние годы очень хорошее достижение. 24 золотых медали с чемпионата Украины собрали по бразильскому джиу-джитсу. 2 кубка забрали по панкратиону, 19 и 20 год, тоже по грэпплингу. То есть, ну и настраиваемся работать в том же духе, развиваться. Хотим поблагодарить организаторов за проведение хорошего турнира. Все очень хорошо, все понравилось. Побольше, почаще таких турниров, для того, чтобы детки не занимались ерундой дома, а реально выступали, становились сильнее и шли к своей цели в жизни и в спорте. Так что всем удачи, спасибо всем. Следующие старты у нас планируются 16-20 сентября. Кубок Украины по панкратиону среди взрослых и чемпионат Украины среди детей, юниоров и старших юношей, который будет проходить в городе Бровары Киевской области. Хочу сказать слова благодарности ребятам из Мада Баттл за то, что помогли получить такое классное место проведения в парке Горького. Также хочу выразить благодарность нашему генеральному партнеру, генеральному спонсору АО «Легион 1913» за предоставленные награды и подарки для участников.